60 лет назад в нашей стране стартовало движение студенческих отрядов. Движение, как и прежде, популярно среди молодежи, несмотря на свою уже более чем полувековую историю. Организация «Российские студенческие отряды» объединяет около 240 тысяч молодых людей. Отряды работают по разным направлениям. Сельскохозяйственные отряды в движении – одни из самых молодых и перспективных. Об одном из таких отрядов мы расскажем в нашем репортаже. Сельскохозяйственный трудовой проект «Гигант» проходит на территории Краснодарского края уже в третий раз. В нынешнем году его статус был повышен с межрегионального до всероссийского. И совсем не случайно всероссийский сводный сельскохозяйственный отряд «Гигант», торжественное открытие которого прошло в Северном парке нашего города, работает на базе компании «Сад Гигант». Там созданы хорошие условия для студентов. Студенческие отряды – это первая возможность получить новый опыт, опыт работы, опыт самостоятельной жизни вдали, возможно, даже от родителей, от привычных и комфортных бытовых условий. Но, во-вторых, это действительно больше, чем просто работа. Это возможность встречаться, возможность общаться, возможность реализовываться. Ведь на сегодняшний день для того, чтобы быть в студенческом отряде, не нужно быть самым талантливым спортсменом, самым талантливым певцом, танцором или... кем-то еще. Достаточно уметь работать. Около 200 бойцов из 12 регионов России, от Калининграда до Республики Тува, прибыли в наш район, чтобы ударно потрудиться и провести здесь по-настоящему незабываемое время. Мы рады, что прошли отбор на всероссийский трудовой проект, и мы настроены, мы готовы бороться за знамя всероссийского проекта, чтобы его увести к нам в Калининград, на Запад. Здесь нам очень нравится тепло, люди, работа, все очень хорошо. Торжественное открытие началось с разводки флагов отрядов участников проекта. Студенты с гордостью несли флаги, так много говорящие их сердцу. Участников всероссийского отряда приветствовали и желали им всяческих успехов представители Управления по делам молодежи Славянского района и организации «Российские студенческие отряды». Дорогие командиры, мне хочется пожелать вам, чтобы под вашим чутким руководством ваши отряды добивались только самых высоких производственных показателей. Дорогие комиссары, сделайте, пожалуйста, так, чтобы после трудного, тяжелого рабочего дня в ваших отрядах начиналось все самое интересное. Дорогие бойцы, не жалейте сил, не жалейте эмоций, будьте смелыми, будьте честными. Командиры отрядов успешно сдали рапорта о готовности ребят к третьему трудовому семестру. Впереди у них напряженный труд по сбору плодов и уходные работы в крупнейшем саду России. У нас проект будет длиться 1,5 месяца, то есть до конца, до 31 августа. И за эти 1,5 месяца мы будем не только работать, у нас будет комиссарская деятельность. Это различные мероприятия, конкурсы творчества, спортивные соревнования. В общем, все, что может подбодрить ребят, дать им какой-то настрой на дальнейшую работу, чтобы ребята не скучали и работали на протяжении всего проекта с легкостью, с весельем. В рамках трудового проекта пройдет конкурс на лучший студенческий отряд. Победитель завоюет знамя всероссийского сводного сельскохозяйственного отряда «Гигант». Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».